Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. И сегодня с потока пришла информация о том, что мужчина хочет поговорить о том, что он ненавидит буквально себя за это. Будем смотреть, о чем он говорит, что он имеет в виду, для того, чтобы информация шла конкретно о вас и о вашей паре. Не забывайте прописать имена вашей пары в комментариях, поставить лайк. Конечно же, если кто не хочет прописывать имена, вы можете прописать первые буквы, либо же знаки зодиака вашей пары, для того, чтобы информация шла конкретно о вас и для вас, для того, чтобы вы не прослушивали информацию о ком-то, а конкретно получали информацию о своей паре. Я же вас сердечно благодарю за вашу финансовую поддержку, за ваши лайки, за ваши комментарии. Отправляю вам тысячи сердечек в ответ. Кто хочет меня поблагодарить, поддержать наш канал в развитии, пишите мне в личку Instagram, Facebook, либо же TikTok. В первом комментарии есть ссылочка, как это сделать. Сегодня мы с вами работаем с разными колодами. Кстати, одна из колод — это колода, которую мне прислала в подарок с другого континента, с Франции, моя постоянная подписчица, моя верная подписчица. Благодарю вас. Также мы сегодня работаем и с рунами. Поэтому в данный момент конкретно обратитесь ко Вселенной со своим запросом. И сейчас руны также вам помогут, да, настроят Вселенную, информацию на то, чтобы вы получили ответ на свой вопрос в этом, либо же в одном из других своих освещений. Поэтому можете сейчас конкретно настроиться на себя, да, и написать в комментариях слово «ответ», для того, чтобы получить конкретно ответ на свой вопрос. Сейчас мы посмотрим, с какими рунами мы будем сегодня конкретно работать, что нам скажет Вселенная, и будем начинать наше освещение. Не забывайте указывать информацию о вас и о вашей паре в комментариях. Вы это делаете для того, чтобы конкретно прослушивать информацию о вас. Вижу, что у многих отношения будто бы замерли сейчас, но ждете рассвета, ждете развития. Возможно, и пришли сюда для того, чтобы получать, да, ответы на свои вопросы. Благодарим руны, не забываем, да, благодарить также, да, самая важная, нужная информация пришла к нам в прямом эфире конкретно от рун. Поэтому сегодня работаем из энергиями рун для того, чтобы поблагодарить, поддержать. Не забывайте, да, ссылочка в первом комментарии, как это сделать, потому что Вселенная в любом случае возьмет свое за то, что вы просто прослушиваете информацию, не даете обратной связи в виде лайков, комментариев, донатов. В любом случае Вселенная возьмет свое в виде болезни, либо же недосыпания, либо же потери родных и близких. Поэтому адекватно реагируем на информацию и даем обратную связь. Это не займет у вас особо огромное количество времени и внимания. А сейчас, пока я буду заряжать колоду вашими энергиями, прописывайте имя вашей пары в комментариях. Я же хочу вас поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу обратную связь. Всегда говорю, что я читаю все ежедневно. Вас у меня миллионы. Не могу физически всем ответить, но знаете, что вижу каждое ваше словечко. И все, что вы пишете, все, что вы желаете мне, вернется вам в тысячи раз больше. Сегодня вы получите ответ на свой вопрос. Так говорят карты. Поэтому не забывайте, да, задавать свои вопросы, и в этом, либо же в одном из моих освещений, вы непременно получите ответ на все ваши вопросы. Сейчас мы посмотрим, в каких энергиях находится загаданный вами человек. Какой ты сегодня? Расскажи нам, пожалуйста, мужчина. Ну, знаете как? И плохо, и хорошо. И лед, и солнце, и день, и ночь. Он, знаете, говорит местами. Местами хорошо, местами плохо. Это как в летний день. Пока гроза не налетит с молнией, с громом, вроде бы все в порядке.
Но резко меняется все. Вот так он и говорит, что и настроение его меняется резко и быстро. Кстати, те, которые чувствуют мужчину, у кого есть сильная ментальная связь, можете сказать о том, что и у меня ведь так же. Вроде бы все хорошо, вроде бы все в порядке, потом резко меняется настроение, причем сама себе объяснить не могу. Вот почему так? Почему резко все меняется? Почему резко мое настроение меняется? Либо же вроде бы ничего не произошло серьезного, да? А раз и все, и схлопнулось, да? Либо же было плохо, а потом да ну его, и все классно и хорошо. Вот такая вот разница чисто на 180 градусов. Что еще с тобой сегодня, мужчина, происходит? Ну, возможно, сегодня ходил, конечно, в церковь. Для тех, кто верит, да, в Бога и подобные вещи. Для тех, кто не верит, здесь идет информация о том, что мужчина вас находится под защитой рода, под защитой Вселенной. И сегодня его реально уберегли девочки от чего-то того, что могло лишить его жизни. Да, я не побоюсь этих слов, потому что я вижу это, поэтому и озвучиваю вам эту информацию. Еще какой-то сегодня мужчина. Ну, красивый он у вас. Ну, красавчик. Ну, просто горячий, страстный, сексуальный. Очень тело красиво у него выглядит, знаете, как либо же от природы, ну, либо же в ваших глазах он просто идеален, просто уникален. Возможно, мужчина занимается спортом, возможно, мужчина следит за собой, возможно, мужчина следит за своим телом, возможно, мужчина вообще следит за своим внешним видом. Здесь у него есть какой-то амулет, девочки, на шее, либо же в районе грудной клетки, может быть, наколка, может быть, родимое пятно. Сейчас у мужчины волосы удлиненные. Ну, возможно, нужно пойти подстричься. Возможно, да, у него вообще волосы отросли, да, такая легкая небритость. Куда-то смотрит, знаете, вдаль. Не смотрит в глаза. Кстати, могу сказать, что ваш мужчина, вот большинство фотографий, если у вас есть, если вы наблюдаете за ним в социальных сетях, можете сказать, что он прямо не смотрит в камеру. Не смотрит вперед, где-то постоянно вдаль. Взгляд направлен куда-то. Об этом также идет речь. Мужчина не любит вообще смотреть в глаза, мужчина не любит соприкосновение взглядов. И та, которой он дает, да, возможность посмотреть в его глаза, та уникальная. Потому что для него это очень личный и такой, знаете, уникальный контакт, который он не дает каждому и каждой. Ну, какой интересный мужчина сегодня пришел. Прям хочется его разгадывать, разгадывать и разгадывать. Еще хочу посмотреть какой-то сегодня. Хитрость, обман, предательство. Это с чем связано? А, смотрите как, по работе, ну, либо же, если вы знаете, да, мужчина ваш не работает, здесь есть у него какая-то халтурка, либо же хобби, здесь ему нужно предпринимать какие-то такие хитрые действия для того, чтобы получить желаемое. Да, это жизнь, это реальность, поэтому озвучиваю то, что есть. Здесь что-то он хитрит для того, чтобы срубить побольше, возможно, бабла, да, денег, возможно, получить авторитет какой-то, либо же получить больше внимания. А мне вот интересно относительно вас, как он сейчас, сегодня себя чувствовал, думал ли он о вас вообще, были ли вы в его голове, в его мыслях. Давайте-ка рассмотрим этот аспект, это тоже важно, это тоже нужно. Ну, конечно, думал, вы ему снились, девочки, либо же перед сном, после пробуждения, здесь у мужчины все мысли были у вас однозначно. Однозначно, вы сегодня просто встречались во снах, либо же встретитесь во снах, смотря какое время суток у вас сейчас, потому что мы находимся с вами на разных континентах, и, естественно, для каждого здесь разная информация. Откликается, кто знает, кто узнал вашего мужчину по характеру, по чертам лица, по состоянию. Возможно, вы чувствуете многое, поэтому не забывайте, да, давать обратную связь, ставить лайки, сердечки и в комментариях писать «да», это мой, для того, чтобы Вселенная и дальше отправляла информацию конкретно о вашем мужчине. Давайте познакомимся с вами, в каких энергиях
вы сегодня пребываете? Моя богиня, какая вы сегодня? Девочки, у вас просто удача. Сегодня идет удача. Ну, возможно, там пошли в магазин по скидке, что-то купили, либо же приобрели, либо же узнали о какой-то вещи, которая вам понравилась. И эта вещь по скидке, понимаете как? Либо же хотели куда-то поехать, приобрели там путевку, билет по очень крутой цене. Но сегодня вам фартит, сегодня вам везет. И здесь не обязательно конкретно дело связано, да, с покупками. Не будем конкретно зацикливаться на материальном, но в любом случае здесь Вселенная показывает, что что-то подфартило, девочки. Повезло вам в чем-то. Ну, возможно, пошли там на остановку ждать транспорта и в неназначенное время получили желаемое. Либо же бесплатно вас кто-то подвез, либо же бесплатно получили то, чего хотели. Возможно, нашли что-то там, какие-то купюры. Либо же возможность на что-то, о чем даже... Честно могу сказать, не надеялись. Здесь какой-то сюрприз идет. Если вы еще не получили этот сюрприз Вселенной, не расстраивайтесь, он уже на пути к вам, потому что во Вселенной нет. Вчера, сегодня, завтра здесь идет информация именно конкретно, да, последнего времени. Какая еще вы сегодня? За личными освещениями, за заказом моих практик. Кстати, девчоночки, кто еще не знаком, да, давайте знакомиться, потому что мои каналы растут с огромной скоростью. Меня зовут Евгения, я профессиональный таролог, астропсихолог, космоэнергет, ясновидящая, яснослышащая, рунолог и нумеролог. За заказом моих авторских практик пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Я провожу индивидуальные консультации, отправляю всю информацию голосом. Кстати, не ведитесь на мошенников, потому что создаются фейковые аккаунты, они там добавляют мои авки и типа пишут от меня, предлагая какие-то там услуги, акции. Я никому в личку не писала, не пишу и не буду писать. Ко мне очереди. Люди ждут очереди для того, чтобы попасть ко мне. Поэтому если поступают какие-то странные, да, акции, информации, сообщения, будто бы от меня, сразу же блокируйте их, потому что я никому не пишу. Люди обращаются ко мне, и не тратьте ни свое время, ни свою энергию, ни свои деньги, потому что в основном с камеры берут оплату в рублях. Ну, естественно, понятно, откуда они, да. Поэтому не реагируйте, блокируйте и сразу же пишите мне в личку за заказом личных освещений. Мои каналы всегда есть в первом комментарии, либо же в описании видео. Instagram, Facebook, TikTok. Всегда жду вас. Какая вы сегодня умная, мудрая, девочки. Сегодня какое-то осознание к вам пришло. Сегодня какое-то действительно ясновидение, яснознание открылось у вас. Возможно, после просмотра моих освещений, либо же вы были на индивидуальной консультации, которая вам раскрыла очень много информации. Кто еще не был, приходите. Здесь идет информация о том, что раскройте такие тайны, о которых даже не предполагаете. Еще такое, давайте более земное, чтобы вам было более понятно, потому что информация очень глубокая, да, вы у меня находитесь на разных ступенях развития для того, чтобы каждый понимал и слышал свою информацию. Что еще сегодня? Здесь есть человек в вашем пространстве, который просто, не знаю, несет какой-то бред. Которого не нужно слушать. Человек очень двуликий. Демонстрирует себя то счастливым, то несчастным, то все хорошо, то все плохо, и несет какую-то чушь, девочки. Ну вот вашу жизнь, кто это ваш родственник, знакомый, типа, да, друг. Ну что-то такой бред несется вот в ваше пространство, которое просто уничтожает вашу энергию. Вы можете даже сказать, там какая-то подруга, какая-то там соседка, мама, родственница, что-то мне постоянно наяривает, что-то мне хочет рассказать. Ну, такое что-то несет, что я сама не понимаю, вообще в адеквате этот человек, либо же нет. Не в адеквате, девочки. И для вас это, знаете, как основной такой звоночек, который поможет вам понять, что действительно это освещение для вас. Обалдеть. Еще что? Запутались, потерялись.
Возможно, действительно кто-то куда-то шел, ехал, потеряли, заблудились девчонки. Искали там по навигатору или через карту, да, как добраться куда-то, как посмотреть. Возможно, смотрели какие-то места отдыха, либо же передвижения, как туда добраться по карте. Вот маршруты прямо смотрели более детально, более подробно, как прийти к тому месту, которое вам нужно. Ну, девчонки, я всегда говорю, что вся моя информация – это истина. И для вас это просто мега крутое подтверждение тому, что это действительно информация о вас и для вас. Кому откликается, ставьте сердечки, ставьте лайки, конечно же, пишите в комментариях, да, это я, да, это обо мне. Вы этим новеньким, да, гостям моего канала помогаете понимать, что здесь канал – это канал о истине. Канал о том, что действительно происходит на самом деле. Это не лжетарологи, это не фейковая какая-то информация о непонятно каких там историях, да, о пудровых каких-то зефирных сказочек на ночь, шахерезады и так далее. Здесь жизнь, здесь реальность, здесь то, что происходит на самом деле. Поэтому уж потрудитесь, секундочку выделите, да, в своей жизни для того, чтобы поставить лайк и поддержать это видео, чтобы другим показать, как это все работает, и направить людей в верное направление для того, чтобы они досмотрели это освещение до конца и, естественно, получили ответы на все свои вопросы. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за стикеры, за вашу финансовую поддержку. Все вижу. И помните, что для всех, кто реагирует, да, поддерживает мои каналы финансово, я провожу практики очищения и защиты за кадром. Поэтому не удивляйтесь, если ваша жизнь меняется в самую наилучшую сторону. Все для вас и с безусловной любовью. За личными освещениями пишите мне в личку Instagram, Facebook, TikTok. Что между вами сейчас с мужчиной? Мне интересно узнать, разобраться. Что между вами сегодня? Ой, боже мой. Ой, боже мой, какая любовь. Какая любовь. А между вами любовь, девочки. Верите, не верите, сомневаетесь, надеетесь, желаете ли. Но это так. Таро всегда все видит изнутри и показывает всю ситуацию, которая есть на самом деле. И неважно, девочки, общаетесь вы там, не общаетесь, что между вами в реальном времени происходит, между вами безусловная любовь. Понимаете, как? Безусловная. Вы любите его, он любит вас. И здесь вообще без вопросов. Здесь вообще без сомнений. Ко мне пришла пара, которая истинно любит друг друга, у которой одно сердце на двоих, одна душа на двоих. Посмотрите на эти энергии, да, ощутите их здесь и сейчас. Я показываю вам карты, я знаю, что вы очень любите и просите меня, чтобы я вам показывала карты, рассказывая, да, насколько уникально, идеально я их считываю. И энергии, да, с каждой картой абсолютно иные, другие. Вот здесь энергия безусловной любви. Однозначно и безусловно. Ко мне пришла пара, которая действительно любит друг друга. И здесь Вселенная вас не видит иначе. Здесь Вселенная не видит вас по-другому, как два лебедя. Соединение души и тела. Вау, какие вы у меня нежные, какие вы у меня чувственные сегодня. Вы наполняете друг друга своей любовью, девочки. Наполняйте. Кто, да, мужчины? Я знаю, что меня смотрят как боги, так и богини этой галактики. Я знаю, что за личными консультациями, освещениями ко мне обращаются как богини, так и боги. Поэтому те, кто смотрит на женщину, да, вы переворачиваете свою информацию конкретно под вас. Но здесь идет информация, что вы наполняете друг друга своей любовью. Наполняете вот то добро, тот свет, те нежные энергии, которые вы несете, вы просто, знаете, как даете жизнь, даете желание жить друг другу. Вау, какие вы у меня нежные, какие вы у меня искренние, какие вы у меня... Знаете, как глубокие очень энергии идут.
Прям хочется шепотом говорить, честно могу сказать, насколько это чувственно, насколько это нежно, насколько это уникально. Просто класс, девочки. Улетаю прямо в самый космос. Хочется даже помолчать в эти моменты. Вселенная говорит, что вы пара. Здесь дом, здесь единство. Здесь говорится о том, что, во-первых, кубковый король пришел к нам, да, мужчина, который любит вас. Возможно, мужчина по гороскопу водного знака зодиака, по солнцу, по луне, по асценденту. Вы сильно не привязываетесь, да, к знаку зодиака, но все равно вы должны понимать, что это мужчина, который искренне истинно любит. Это не мечевой, который морочит мозг, компенсирует мозги. Это не жезловый, которому чисто нужно секс, удовлетворение и на этом все. Это не пентакливый, который тянет понятно кого за хвост и никак не действует. Это кубковый, это нежный, это самые классные энергии мужчины. На самом деле обожаю вот кубковые энергии, потому что кубковый, он искренний, он истинный, он настоящий, он чувственный. Это тот, который действительно говорит информацию, которая идет от его души, не, знаете как, мешая это с какими-то энергиями страсти, огня, секса, удовлетворения, издевательства, как делают мечевые короли, либо же как пентакливые, да, мучают, тянут, не дают ответ. Вы тоже должны понимать, да, о чем идет речь, и тоже должны понимать, какие энергии пришли на это освещение. Естественно, эта информация откликается вам, и поэтому вы ставите сердечки, поэтому вы пишете в комментариях: «Да, это мой пришел», поэтому вы приобретаете стикеры для того, чтобы поддерживать мои каналы донатами. Еще что между вами? Борьба, испытания. Знаете как? Кто выживет, а кто потонет. Такое чувство, что если вы справитесь с этими испытаниями, вы выиграете. Но сейчас у вас будто бы, знаете, игра какая-то. Возможно, игра с чувствами друг друга. Возможно, игра с... Да. Вот если вот сейчас идет информация с потока, если вы выдержите этот этап, то вы выходите на уровень развития вашей пары. Я очень подробно разбираю каждого и каждую для того, чтобы вы понимали, потому что сидеть по-быстренькому, лишь бы как, что будет потом, вы должны любить себя. Вы должны уделять внимание в первую очередь себе любимой. Если вам лишь бы как, лишь бы поскорее, ну тогда, извините, собственно, ваша хата с краю, я тебя не знаю. Знаете как? Важно все-таки понимать значимость и значение, да, информации, которую я даю, ценить и благодарить за это. Потому что так подробно, как я разбираю ситуацию, вам ни один таролог не разберет. Лишь бы как по-быстренькому пойти дальше, перелистнуть вот ленту новостей. Девочки, вы тратите свое время не на то, что нужно. Поэтому уделите время себе для того, чтобы истинно узнать, что же будет впереди, да? За что же он все-таки себя ненавидит? А для того, чтобы это понять, нужно вообще разобрать ситуацию, которая находится между вами и, собственно, да, между вашим мужчиной. Поэтому я вижу, как вы меня поблагодарите, я вижу, насколько это важно, нужно для вас детально, конкретно узнать все, что происходит между вами, а не вот это вот по-быстрому, галопом по Европам, лишь бы как, главное, чтобы услышать, а что услышать, тоже, собственно, самой непонятно. Я всегда говорю, что со мной самые лучшие люди этой галактики. Если вы слышите меня душой, вы остаетесь здесь, потому что вам важно это знать. И вы очень организованные, вы очень, знаете, такие вот глубокие люди, для которых информация – это очень ценна. И вы благодарите меня за то, что я так подробно раскрываю вам все аспекты. Какой он, какая вы, что между вами. Это тоже очень важно и нужно знать. Ну что же, давайте поблагодарим карты, эту колоду. В комментариях пишите «принимаю», «благодарю», ставьте сердечки. И сейчас уже будем смотреть на другую колоду, которую я подготовила для вас. За что же он себя ненавидит?
за что ты себя ненавидишь. Естественно, вся информация будет идти относительно вас, да, будет относительно ваших отношений, либо же вашей ситуации. Будем сейчас все рассматривать, за что ты себя ненавидишь. Мужчина. Так вы выходите. Он сразу хочет сказать о вас. Он сразу хочет озвучить информацию о вас. Он говорит, что вы уникальная. Он говорит, что вы иная, будто бы с другого мира, с другого города, возможно, с другой страны, другой национальности. Абсолютно другая, уникальная. Он говорит, что вы вызываете в нем энергии, да, огня, желание сексуальное, конечно же. При одной мысли о вас здесь жезл его сразу же выше крыши. Он показывает вашу уникальность. Возможно, вы говорите на разных языках. Возможно, вы с разных стран. Возможно, кто-то с города, кто-то с поселка. Здесь есть разница между вами. И вообще он мне показывает, что такую уникальную, как вы, он никогда не встречал в жизни. Он говорит, что, не знаю, дымится буквально весь ваш товарищ при одной мысли о вас. Вот вы для него, как знаете, волшебная страна, какое-то волшебное государство, либо же мечта. Возможно, там, где вы живете, это его мечта быть там, либо же быть там с вами. Для него это что-то новое. Что-то иное, что-то другое. Он горит идеей, понимаете, как прилететь к вам, приехать к вам, встретиться с вами. Либо же попасть в ту страну, в то место, где вы находитесь. Для него это просто какая-то, не знаю, страна волшебная. Где вы там находитесь, где там ваш мужчина находится, в каких он там определенных ограничениях находится, только вам известно. Но идет информация, что первое, что он говорит, ты для меня другая, уникальная. Именно туда я хочу попасть. Этим я горю. От чего ты себя ненавидишь? Из-за чего ты себя ненавидишь? Ох, за то, что медлит. Медлит. Будто бы, знаете, ему Вселенная дает эту удачу, а он тянет за хвост, будто бы не берет ее, будто бы не пользуется той возможностью, которую дает ему Вселенная. А вы для него алмаз, вы для него бриллиант, вы для него уникальная, вы для него дорогая, вы для него необыкновенная, вы для него сокровище. А он, знаете, как чудище какое-то смотрит на вас. И не то, что он вас не ценит. Нет, это не в том дело. Он недооценивает себя, будто бы говоря о том, что я недостоин ее. За это он себя ненавидит, что Вселенная ему дает шанс, а он тянет с тем, чтобы взять этот шанс. Да? Возможно, вы ждете от него того шага, да? Того решения. А он будто бы не делает это решение. Не то, что он не хочет. Он как-то оттягивает этот момент. Откликается ваша информация. Давайте мне знать, девчонки. Реагируем, да? Не просыпаемся на его. Еще. За что ты ненавидишь себя, мужчина? И вбивает здесь мужчина ваш. Ой, девочки, он просто жутко сейчас выглядит. Просто жутко. У многих прям мужчина пьет. У кого-то алкоголь, у кого-то там много кофе, много чая, много успокоительных, либо же лекарств. Но он жуть как выглядит сейчас. Он говорит, что мне страшно даже ей сейчас попасться на глаза, как я выгляжу. Она меня просто не узнает. Она испугается моего внешнего вида, как я пугаюсь, глядя на себя в зеркало. Я отсиживаюсь и отмалчиваюсь сейчас. Ей сейчас нельзя меня видеть. Я сейчас не в том виде, в котором бы я хотел предстать перед ней, говорит он. А почему ты такой? А, Вселенная. Книга жизни, девочки, додолбалась ему по мозгам.
Достучалась и показала ему. Посмотри на себя без нее. Как ты выглядишь? Жуть просто. Сейчас вам покажу поближе. Жуть просто. Ты видел себя в зеркало? Страшно на тебя посмотреть, что с тобой сейчас происходит. Без нее. До чего ты себя довел? Он ненавидит себя за это, потому что в этом его вина. Его вина. Шанс на любовь, который он просидел, промолчал, не прописал. Он сидит, товарищ, у открытого окна, при луне, пригорюнился, вроде бы и писал, да не отправил. Он ненавидит себя за то, что он вам не отправил определенное сообщение, определенное письмо. Здесь может быть звонок, здесь действительно может быть письмо, да, по социальным сетям. Давайте посмотрим, девочки, что же было в том письме. Вам интересно узнать, что было в том письме, которое он вам не отправил? Дайте мне обратную связь, поставьте сердечко, напишите в комментариях, да или нет. И уже буду смотреть, да, рассматривать этот вопрос, либо же нет. Если вам интересно... Да, конечно же, будем. Если вы хотите пропустить этот момент, и вам не интересно, что же он там вам писал, не отправил, ну, it's okay, это ваш выбор, поэтому я всегда говорю, что я озвучиваю информацию, которая вам нужна и важна. Для вас я уделяю свое время, энергию, и мне нужен взаимообмен, и мне нужна обратная связь, мне нужно видеть и знать, насколько это вам важно, интересно, либо же необходимо. Пишите, да? Хотите узнать? Окей. Давайте посмотрим, что же было в том неотправленном письме, которое он вам там писал, да не отправил. Ух ты, девчонки, он там в любви признавался. Знаете, как говорит? Я скрывал это, я сдерживал это, но я хочу, чтобы ты знала, что я любил и люблю тебя всегда. Да, в определенный момент я не давала тебе об этом знать, но знаю, что ты всегда была в моем сердце и останешься в моем сердце, единственная, любимая моя. Королева кубков — это женщина любимая. Но он эту информацию скрывал и не давал вам знать, не признаваясь в чувствах, не писал вам, не звонил. Но вы не думаете, что он в эти моменты забыл вас, либо же занимался непонятными делами с кем-то другим. Нет. Он говорит о том, что я всегда помнила о тебе, любимая моя. Даже когда не писал, даже когда не звонил, знай, что я всегда с тобой был ментально. Знай, что я всегда держал тебя в своем сердце, в своей душе. Еще? Мало активности, девочки. Давайте поактивнее писать в комментариях. Принимаю, благодарю, сердечки ставить. Что тут прям совсем пригорюнились там, не знаю. Давайте-ка немножко вернемся в мир реальности, да, вылетим с этой ментальной связи и все-таки как-то будем давать обратную связь Вселенной для того, чтобы информация шла конкретно у вас и для вашей пары. Еще, что было в том неотправленном письме? Он рассказывал вам о своих каких-то определенных жизненных препятствиях, о какой-то ситуации, которая не свершилась так, как он захотел. Здесь он потерпел фиаско. Возможно, планировал, обещал, не получилось так, как хотел. Не получилось. Это осталось тайной. Он об этом вам так и не сказал в реальном времени. Но это есть. Да то... Что он вам хотел раскрыть? Да, я тебе обещала, я хотела это сделать. Но случилось нечто, что мне помешало в этом.
Я проиграл в этой битве, поэтому и не свершилось то, о чем я говорил, поэтому и не свершилось то, о чем я обещал. Че? После моего обещания, которое я не выполнил, мне Вселенная дала обратку. Причем такую обратку, что у меня все в жизни просто остановилось. Начались проблемы. Конкретные проблемы везде. Судебные дела, договора, деньги, кредиты, здоровье, что-то со зрением. Зрение ухудшилось, слух ухудшился, здоровье подкосило. То есть, понимаете, когда человек обещал вам, вы искренне верили, он не выполнил этого. И Вселенная по колесу фортуны дала ему обратку, потому что колесо фортуны — это не обязательно все идет в лучшую сторону. Нет, здесь на 180 градусов поворот. А там уже нужно смотреть, да, по соответствующим картам, которые будут озвучивать информацию, плюс экстра информацию я считываю с потока, которая идет. И здесь от него отвернулись люди, либо же возможности, на которые он рассчитывал, которым он шел за помощью, здесь у него были отказы, девочки. Везде были одни отказы. А ты понял, что это конкретно получилось из-за того, что ты не выполнил свое обещание, которое дал моей богине? Или ты просто рассказываешь о том, что тебе там в жизни какая-то хрень случилась, непонятно почему? О, понял, девочки. Ну, понял, из-за чего это все. Он понимает, из-за чего это все. Это все не просто так, это все закон Вселенной. Вот я всегда говорю, что те, которые ставят лайки, те, которые благодарят, пишут комментарии, поддерживают каналы, да, те получают информацию о себе и о своей паре. Те, кто молча там в тишине слушает, никак не реагируя, вы не получаете информацию о вашей паре, потому что вы не даете обратную связь. И Вселенная с вас еще и заберет экстра за то, что вы просиживаете, да, и не даете обратной связи. Вам не сложно это сделать, но это вы не для меня делаете, это вы для себя делаете, понимаете как? Если вы не даете обратную связь, Вселенная возьмет свое. Вот как и мужчина обещал, говорил, да, вот эту вот энергию разбрызгал буквально. А в итоге что? Выхлоп нулевой. И здесь Вселенная забирает у него ту энергию, которую вы потратили в ожидании исполнения того, что он вам говорил. Потому что закон Вселенной — взаимодействие. Это не карма, кармы нет. Есть просто абсолютно простой закон. Ты даешь, я принимаю. Ты хочешь принять, ты должен отдать. Все. Не нужно париться, не нужно придумывать какие-то там кармы, отлеты, прилеты, залеты. Нет этого всего. Все абсолютно просто и легко, девочки. Всегда помните и понимайте это. Я вам всегда раскрываю, насколько глубокую информацию, которую нет ни у одного таролога. В телеграм-канале у меня очень много полезной информации. Подписывайтесь, потому что там я вам рассказываю, как исполнять свои желания. Там и советы Вселенной, и формулы рун, и послания мужчины ежедневные, многое-многое другое. Вы узнаете, вы раскроете себя, вы измените свою жизнь на 180 градусов в наилучшую версию себя. Вы поменяетесь. Жду вас там. Очень полезный канал. Ничего личного, никакой воды там нет. Мы там с вами намного ближе. Поэтому жду вас там. Еще мужчина, давай, рассказывай. Хотите вы, чтобы так было с ним? Не хотите, это не от вас зависит. Это законы Вселенной. Кто дает, тот получает в ответ. Что вы даете, что вы пишете в комментариях, что вы желаете, все и вам возвращается в 1000 раз больше. Понимаете как? Это закон Вселенной. Просто так отправить, сделать этот выхлоп, вам вернется бумерангом. Но запомните, да, что вы отправляете, что вы желаете, что вы пишете в комментариях здесь и сейчас, возвращается в вашу жизнь. Поэтому все ваше недоверие, сомнение и так далее считывается Вселенной как ответ «нет». Если вы не хотите быть вместе, Вселенная говорит: «Я на тебя эту лампочку закрою.
Хочешь получить желаемое? Даешь обратную связь, получишь. Вот вам, пожалуйста, карты сами прыгают в прямом эфире для вас и подтверждают мои слова. Ты получишь то, во что ты веришь. Ты получишь то, чего ты желаешь. И именно ты желаешь. Это не счастье, это не чудо, которое свалится вам на голову непонятно откуда. Чудес не бывает. Давайте, наконец-то, просыпайтесь в этой реальности и слышите меня, да, услышьте меня, пожалуйста, мои дорогие. Вы сами создаете свою реальность. Жить в ожидании, что что-то изменится, ничего не изменится, пока вы не начнете действовать. Как действовать, что сделать, чтобы что-то изменилось? Ну, все в телеграм-канале, там очень все подробно, поэтому жизнь моих клиентов меняется на 180 градусов в наилучшую сторону. Более 10 тысяч уже личных консультаций я провела. Просто миллионы зрителей на моих каналах, которые постоянно, ежедневно меня благодарят. Пишут комментарии в личку. Некоторыми я делюсь, потому что если буду делиться всеми, вы просто 24/7 будете читать комментарии и благодарности моих постоянных клиентов. Поэтому я так избрана иногда, да, вам даю эту информацию. Еще мужчина, давай рассказывай. Еще хочешь что-то вам сказать? Еще хочешь что-то вам сказать? За что ты еще там ненавидишь себя? Давай рассказывай, мужчина. Обидел вас, девочки, очень сильно. Он очень сильно обидел вас. Буквально не знаю, как знаете, тем ножом вспорол все сердце. Всю душу с вас вытрепал. Да то, что он сделал. Он будто ваши сущности все негативные на волю выпустил. Вот как это можно понять? Что за сущности? Как их выпустить на волю? Давайте, да, на человеческий, на земной язык вам переведу. Мужчина обещал что-то, не сделал. Вы же в ожидании, да? И, не получив желаемое, разочаровались. У кого-то здесь слезы, у кого-то здесь горе, у кого-то здесь мигрени, у кого-то здесь внутренняя депрессия, у кого-то здесь действительно были проблемы, что пришлось обращаться к специалистам. Кстати, для того, чтобы не тратить время по всяким там специалистам, приходите ко мне на практику очищения, девочки. Ну, убил он вас просто, понимаете, определенным действием, либо же бездействием. Вот как бы это жестко ни звучало, давайте все-таки рассматривать ситуацию так, как она происходит, да, в реальном времени. И вы же прекрасно понимаете, что именно так и было, да? Мы не будем рассказывать сказки Венского леса, какие-то там зефирные истории о том, что там все классно, круто. Но это не то, что у вас сейчас происходит, да? И давайте все-таки смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами и снимем розовые очки, да, снимем это все и, наконец, осознанно посмотрим на ситуацию, которая происходит между вами. Что он сделал с вами? Вывернул наизнанку вашу душу и сердце. Не знаю, распотрошил просто все, что могло быть. После этого вы даже стали какая-то вот такая вот нервная, недоверчивая, настроение резко могло меняться. Могли вообще даже быть не похожими на себя. Девчонки, откликается? Не забывайте, да, если вам откликается, ставить сердечки, давать обратную связь. Это важно, это нужно делать. Значит, да, в потоке мы сейчас идем, информацию конкретно вы получаете о себе, да. Естественно, да, от себя нужно давать эту обратную связь. Вам это не сложно поставить сердечечко, а для Вселенной это подтверждение, и дальше она будет формулировать конкретно информацию и о вашей паре, и о ваших отношениях. Еще почему ты ненавидишь себя, мужчина? Вы выходите. Дурак. Полный дурак, который упустил шанс на то, чтобы создать с вами семью. Поэтому он ненавидит себя. Он говорит, что была возможность это сделать, а я, дурак, упустил этот шанс. Ничего личного, это чисто карты, которые здесь идут. Карта нулевая – это карта дурака. Императрица – это вы. Да, десяточка пентаклей – это карта семьи. Он себе, смотрите, руки связал, ничего не делал. От слова совсем ничего не делал для того, чтобы построить с вами семью. И об этом он сейчас жалеет. Жутко причем жалеет.
Что ты хочешь сказать, передать моей богине вот в данный момент, вот после вот этой всей жести, которая тут здесь нам озвучил, да? Давайте посмотрим, что он хочет вам сказать, что он хочет вам передать в данный момент. И все, все карты поплыли. Ну давай, рассказывай. Он хочет сказать вам, что я люблю тебя. Сейчас, девчонки, достану карты. Он здесь их разбросал. Ой. Прямо аж голова у него закружилась, слушайте. Будем сейчас смотреть. По порядку. Я сделала тебя, вот знаете, как из кубковой, сделала тебя мечевую. Холодную. Та, которая больше не верит. Та, которая больше не надеется. И та, которая больше не ждет. Он это прекрасно понимает, что он поменял ваши энергии. Раньше вы были очень активны по отношению к нему. Возможно, звонки, да, письма, комплименты. Как ты сегодня? Как твой день прошел? Расскажи, как ты, где ты, с кем ты? А сейчас вы уже больше так не ведете себя. Причем не потому, что вы не хотите. Вы больше не можете быть такой, как вы были ранее. Ну почему? Потому что, я же говорю, сердце ваше уже выдрало буквально. Вы больше не можете так себя даже вести. Даже если бы хотелось. Больше не можете. Сейчас вы ждете от него действий, сейчас вы ждете от него поступков, сейчас вы ждете от него решений. Потому что вы можете даже сказать, прошел тот момент, когда я давала тебе, да, первые шаги делала к себе, давала тебе возможность, как я всегда говорю, да, резким движением вперед есть сильный пинок сзади. Вот вы были этим пинком, который постоянно будто бы его провоцировал, да. Вы написали сообщение, вроде бы он как должен ответить. Вы сказали, вроде бы, да, ждете от него ответ. То есть постоянно вы, можно даже так сказать, поддерживали ваши отношения для того, чтобы мужчина как-то действовал, для того, чтобы он как-то отвечал. Возможно, фоточки там ему отправляли, либо же сторис публиковали. Любое, да, ваше движение, любое ваше действие было для него как пинком к его ответу, да, чтобы он хоть что-то сделал, чтобы он хоть как-то прореагировал. Вижу вашу обратную связь, вижу ваши тысячи сердечек, но это действительно откликается вам, это действительно то, что было у вас в жизни. А сейчас уже пришло время, когда вы ждете от него действий. Еще что-то хочешь сказать, передать. Ну все, теперь вы уже так себя не ведете. Он говорит, я вижу, что ты поменяла энергии. Я вижу, что ты больше не действуешь так, как раньше. Карта трансформации, да, карта смерти говорит о том, что больше уже от тебя нет того, что ты давала мне ранее. И что? Что ты хочешь передать? Ой. Ну, слушайте, здесь он говорит, что будет менять ситуацию между вами. Вот давайте посмотрим, в какую сторону. Потому что ситуация меняться, знаете, тоже может как? Уйти на нет. Это как будет конец, да, ваших отношений. Либо же это пауза, и будет возрождение абсолютно в новом этапе. Вот вам интересно знать, это пауза, либо же конец между вами. Вы хотите узнать? Вы готовы услышать эту информацию здесь и сейчас? Или готовы дальше сидеть в ожидании и, не знаю, надеяться на какое-то чудо, которого не будет? Дайте мне обратную связь и, собственно, будем смотреть, что дальше делать с вами, с вашей парой. Жду. Жду обратной связи, жду стикеров, жду комментариев. Давайте все-таки, да, как-то немножко пошевелимся, пореагируем и дадим Вселенной знать, что конкретно для вас важно. Да, вот пишет мне, да, вы правы, все ваши слова правда. Ольга пишет, что все правда. Конечно, правда. Вот сейчас конкретный этап, либо же конец у многих в отношениях, либо же, да, и три точки. Ну, хотите знать, посмотрим. Дайте мне знать, хотите ли вы знать эту информацию. Как дать знать, да, поставить лайк, сердечко в комментариях написать, да, я хочу знать, пауза, либо же конец. Хочу знать правду. Хочу знать, что дальше, да?
Реагируйте, реагируйте, просыпайтесь наяву и давайте обратную связь. Хочу видеть вашу активность. Мне это важно, мне это нужно. Нажимайте на сердечко и реагируйте. Важный вопрос, серьезный вопрос на самом деле, чтобы не сидеть там в ожидании чуда. Возможно, чуда и не будет, а возможно, все возобновится и пойдет абсолютно в ином русле. Да? Это тоже все может быть. Все может случиться, и я всегда говорю, что мы никогда не знаем, насколько ситуация может измениться. Вот ко мне обращаются клиенты, рассказывают мне истории, что да, просматривали мои освещения, причем даже общие. И говорят, та информация, которую вы говорили, мне даже не верилось. Прошло 8 месяцев, пришел мужчина и сказал мне точь в точь то, что вы мне говорили тогда. И у меня просто все тело покрылось мурашками. Я вам сейчас пишу со слезами на глазах. Мы счастливы, мы любимы, но у него были такие препятствия, ограничения, которые вы точь в точь озвучили 8 месяцев назад, когда я там ни сном, ни духом не знала ничего об этом. Поэтому это очередное подтверждение, да, что все мои слова — это истина. Истина. Поэтому если вы готовы сейчас узнать правду, дайте мне обратную связь. Если вы не готовы, если для вас это стрёмно как-то, либо же вы любите сидеть в каком-то ожидании чуда, которого, собственно, не будет, да, о чем я и говорю, ну, это уже другой вопрос. Вижу обратную связь, вижу ваши лайки, вижу ваши комментарии. Пишите, что хотите знать. Все-таки, да, это пауза, либо же конец между вами, потому что две последние карты — это карты, которые нельзя однозначно, да, интерпретировать. Здесь может все измениться. Здесь может быть конец вообще вашим отношениям, либо же конец той ситуации между вами, в которой вы находитесь здесь и сейчас. Вижу, что вам интересно. Окей, давайте посмотрим. Пауза, либо же конец. Я всегда говорю, я никогда не знаю, что в освещениях будет. Поэтому досматривайте до конца. Всегда раскрываю экстра, да, информацию, которая идет с потока, которая не относится даже к теме, как это, например. Да. Но ну, если идет, значит, вам нужно, значит, вам важно это знать. Возможно, вы задаетесь этим вопросом Вселенной, да, и, возможно, вы ждете ответ на этот вопрос. Пауза, либо же конец. Вот вы сидите, как в этом тумане, да, в ожидании ответа, в ожидании чуда. Уже даже не знаете, уже на что надеяться. Если честно, здесь нет даже полной уверенности в том ответе, который вы получите. Нет у вас этой уверенности. Я вижу это. Полный туман, похож на обман. Уже готовы и буквально и похоронить эти отношения, но, конечно же, смотрите на то, что... Возможно, есть и будущее, есть и развитие, но сейчас, на данный момент, вы не видите этого будущего, этого развития, девочки. Но я вижу это, что я могу сказать. Как есть, так и есть. Это реальность, это жизнь. Пауза, либо же конец. Дьявол. Тройка кубков. Вас еще сведет Вселенная с мужчиной еще один раз. Это будет последний раз. Но даст вам возможность поговорить. Это будет либо же праздничное время, либо же государственный праздник, либо же день рождения вас, либо же день, например, вашей профессии, да, такой профессиональный праздник, либо же друзья, знакомые, фестивали. И вы знаете, будете одержимы друг другом при этой встрече. И это будет последний раз, когда Вселенная вам даст возможность поговорить, выяснить, и будет принято решение, идете ли вы дальше в развитии ваших отношений, либо же это будет конец. Дальше. Пауза, либо же конец. Не хотите отпускать друг друга.
советоваться будете. Кто-то прям придет ко мне на личное освещение советоваться. Очень многие здесь запутались, очень многие слушают информацию, не понимают вообще, о вас ли эта информация, либо же вы живете в этих розовых очках, надеетесь на чудо. Здесь идет информация, что вы не хотите отпускать этого человека и придете за советом к тому, кто даст вам свет, да, раскроет эту информацию. Ну, то есть обратитесь ко мне за личным освещением. Потому что все-таки нужно не забывать, да, это общее освещение, и понятно, что здесь не будет на 100% отыгрываться конкретно ваша ситуация, главное слушать меня душой. Вот кто не понимает, кто не знает, кто запутался, что такое слушать душой, и вообще как это работает, и с чем его едят, приходите ко мне на личное освещение, будем смотреть, потому что я вижу, что отпускать не хотите, но тем не менее вам нужен какой-то совет со стороны. Благодарю вас за подарки, мои любимые, благодарю вас за сердечки, благодарю вас за лайки, все вижу. Пауза, либо же конец. Умеренность. Ну, ваш король кубка, вы какой-то примороженный, приторможенный, девочки. Давайте уже адекватно смотреть на ситуацию. Либо же давно не пишет, либо же давно нет коммуникации с ним. Ну и чего тут о нем? Маг. Офигеть, девочки. Он тут над вами какие-то манипуляции. Он манипулирует вами своим молчанием. Возможно, знаете как, чтобы вы думали о нем, чтобы вы переживали, чтобы он у вас был в душе, чтобы он у вас был в сердце. Он манипулирует вами осознанно, причем манипулирует молчанием, непоявлением и непроявлением. Ваша история, ваш товарищ пришел. Ну, дайте мне быстренько обратную связь, чтобы я видела. Ну, а для чего ты это делаешь? Вот для чего ты манипулируешь? Чего ты добиваешься вот этими своими действиями, бездействиями, мужчина? Разрушить. Тройку кубков. А вы что, замужем? Либо же он женат? У вас есть третий фактор между вами, девочки. И на данный момент невозможно развитие отношений, пока есть третий фактор между вами. У кого-то здесь, да, кто-то замужем, кто-то женат, у кого-то ситуация в странах. Возможно, вы с разных стран, разных городов, разных континентов. Здесь ребенок может быть третьим фактором. Здесь начальник, начальница может быть третьим фактором. Здесь работа может быть третьим фактором. Здесь проблемы со здоровьем могут быть третьим фактором. Здесь что-то есть, что вы не оговариваете друг другу. Отмалчиваетесь, но это третий фактор мешает развитию ваших отношений. Ну и в итоге такие. Пауза, либо же конец. Давайте уже четко, ясно. Я же вас не отпущу в неизвестность. Луна. Пауза, либо же конец. Все зависит от вас, девочки. А знаете как? Во что верите? Если вы готовы отпустить этого мужчину, отпускайте, он уйдет. Если вы не готовы отпустить, знаете, держите эту мечту, это намерение. Отпускайте во Вселенную, Вселенная вас услышит и сведет вас вместе. Здесь выбор стоит за вами. Либо же вы этого мужчину, собственно, решаете с ним вопрос в вашу сторону, да? Казнить или помиловать, да? Есть такое вот выражение, где поставить запятую. Здесь все зависит от вас, конкретно от вашего решения. Как вы решите, как вы захотите. Здесь Вселенная говорит, все в твоих руках. Как ты скажешь, так и будет. Какого развития отношений ты хочешь, все зависит от вас, девочки. Поэтому, если вы хотите развития отношений, да, ставьте сердечко, пишите в комментариях, мы вместе навеки. Если отпускаете, отпустите и забудьте, и перестаньте сидеть в ожидании чуда. Потому что это будет ваше решение, но потом не вините никого, потому что это вы приняли это решение. То есть здесь Вселенная говорит, как ты скажешь. Здесь не Вселенная решает, здесь не мужчина решает, здесь вы решаете, чего вы хотите. Какие энергии, да, какие энергопотоки вы отправляете во Вселенную, то и станет вашей реальностью. Я опять говорю, что вы сами создаете свою реальность. Если вы держите мужчину, если вы хотите быть с ним, не забывайте, да, поблагодарить канал Донатом, поставить лайк, написать в комментариях, навсегда вместе.
Я хочу быть с тобой, ты мой, родной, люблю, да? Дайте ему обратную связь, прописывайте эти манифесты. Это вы делаете не для меня, это вы делаете для себя, для того, чтобы Вселенной показать, что вы желаете быть с ним вместе, что вы хотите быть с ним вместе и что вы действительно настроены на то, чтобы ваши отношения развивались. Иначе он просто уйдет из вашей жизни, либо вообще уйдет из жизни девочки. Вот как бы это ни звучало, давайте все называть своими словами. Я это вижу, я это озвучиваю. И здесь, когда души не выполняют определенную миссию, один из них, да, уходит с реального воплощения в этой жизни. Для чего? Для того, чтобы перевоплотиться и встретиться вновь и довести свою миссию до конца. То есть, если вы принимаете решение, что вы не хотите быть с этим мужчиной, здесь ему нет смысла больше оставаться в этом воплощении, потому что ваша миссия здесь будет не выполнена. Потому что ваша миссия — это что? Это развивать ваши отношения. Если вы делаете выбор в неразвитии отношений, мужчина ваш... Так, мужчина, под руки мечей, у него будут проблемы с сердцем, возможно, это и будет причиной, по которой он, собственно, перейдет в другое воплощение для того, чтобы довести миссию до конца. Вот такая вот важная информация на вас сегодня лежит, и вы должны также, да, понимать, что вы принимаете сейчас решение не только о себе и о своей жизни, о своем будущем, но и о жизни мужчины, девочки. У меня очень глубокие освещения, у меня очень серьезная информация, поэтому переслушивайте несколько раз, всегда говорю, потому что разум не может воспринимать такое количество глубинной информации, которую я передаю. Поэтому одно и то же освещение нужно переслушать как минимум 3 раза для того, чтобы, да, я знаю, мурашки по коже пишите, девчонки. Это очень серьезная информация, да, это отзывается душой. Я всегда говорю, что мурашки невозможно сфейковать, да. Вот смех, слезы, это все можно обустроить, устроить театр какой-то, устроить. А мурашки невозможно. Это язык тела, это язык души. Это когда душа говорит, а телу откликается. И вы не можете это проконтролировать. Вы не можете вызвать, либо же отключить мурашки. Однозначно не можете. И у кого действительно так откликается информация, ну, значит, Вселенная вам дает определенный знак, и задумайтесь над этим, задумайтесь. Знаете, хочется просто немножко помолчать в такой момент для того, чтобы вы приняли правильный выбор. Каждый принимает выбор сам. Я озвучиваю вам информацию как проводник с потока, да, а вы уже сами решаете, что будет дальше. Все в ваших руках. Я же желаю вам всего самого светлого, лучшего, чистого. Благодарю вас, что вы прослушали для себя это освещение, что вы получили ответы на свои вопросы, что вы сделали выбор, как же двигаться далее в своей жизни. Я же благодарю вас за лайки, за комментарии, за вашу шикарную поддержку. Жду вас на моем бесплатном телеграм-канале. Подписывайтесь. За личными освещениями, моими авторскими шикарными, мощнейшими практиками, формулами рун, пишите мне за заказом Instagram, Facebook, TikTok. Я же вам желаю всего самого лучшего, всего самого светлого, всего самого доброго и самого неимоверного. Все, кто со мной, будут счастливы, любимы и богаты. Так сказала Вселенная. Во благо. Встретимся с вами на моих остальных освещениях. Отправляю вам миллион сердечек.